И это произведение я хочу посвятить одному человеку, который сегодня нету там в зале, он заболел, но он является неотъемлемой частью нашего проекта. Он каждый год приезжает сюда. Это Виктор Леонидович Ракшевский. И если вы позволите, ему и вам всем мы посвящаем это произведение. Молодежный вальс. Будьте всегда молоды и счастливы. Thank you.